Анна Завтур мечтает стать художником-сценографом. Конкурс видеороликов о своем районе стал для нее отличной возможностью применить свои навыки в деле. В процессе создания ролика учитывала даже небольшие нюансы. Ну, что касается сложностей, то нужно, конечно, помнить, что существуют рамки в виде времени суток. Например, в полдень это не самое лучшее время для съемки, поскольку тени все жесткие, грубые, а вот ранним утром и вечером это идеальное время. Соблюдение деталей помогло Анне стать победителем в номинации «Мой любимый уголок района». Ее, как и лучших в трех других категориях, наградили за победу в Центре детского творчества «Мечта». Чтобы выбрать достойные работы из большого количества заявок, члены жюри провели серьезный отбор. Мы, согласно положению, предъявляли достаточно высокие требования, чтобы это соответствовало тематике, конечно же, чтобы это было выдержана тема, заявленная в номинации, чтобы это была эстетичная работа, ну и просто интересная. Но главным результатом, признаются организаторы, стал большой интерес к конкурсу среди жителей Самарского района. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.